Всем доброго времени суток. Итак, коротко о прошлой работе. Это у нас уже третья часть. Ну а во второй части мы делали стяжку. Устанавливали ванну. Лепили вот такую вот арку из гипсокартона. И нанесли гидроизоляцию. В этой части мы будем делать облицовку колонн из натурального камня. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Вначале мы произведем укладку напольных плит. Они идут из натурального камня. Толщина плит 20 мм. Класть будем на гребенку 10 мм. Ну а для усадки этих плит я применяю вот такую вот виброприсоску. Тут у нас несколько режимов. Мы выберем более подходящий режим. Из-за того, что плиты толстые, СВП сюда не подошли, поэтому надо хорошо утапливать. Но из-за того, что эти плиты мы утапливаем, у нас не будет никаких проседаний и неровностей. Для этого способа укладки виброприсоска незаменимый инструмент. И кому интересно, я на всякий случай оставлю ссылку, где я его покупал. Ссылка в описании видео. После укладки пола приступаем к облицовке колонн под арку. Вначале у нас идут мелкие элементы, а затем более крупные. Плиты для колонн немного толще, чем основная плитка. Ну и как вы уже заметили, края у этих плит фрезерованы, что придает колоннам необычный вид. Итак, продолжаем укладку стен мелкой плиткой. Эта стена у нас находится справа, как заходишь, и на ней у нас будет вырисовываться очень красивое панно. Так, это у нас последний ряд, дальше пойдет панно. Ну а мы продолжаем укладку колонн на второй ряд. Ну а первый ряд мы делали днем ранее и дали один день для высыхания. В промежутке производили облицовку стен. Вот такие вот у нас получились колонны, дальше будет поинтересней. Ну а пока колонны сохнут, мы произведем облицовку стен с левой стороны. Здесь у нас никакого панно нету, все кладем по стандартной схеме. Thank you.
Это у нас последний ряд, дальше пойдет декоративка. Далее мы переходим на правую сторону стены и приступаем к облицовке необычного панно. Вот такая вот у нас получается рамка. Дальше пойдет интереснее, но это вы увидите уже в четвертой части. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.